Надо же, 14,90. Дешево, очень дешево. Очень дешево. Ну, эти подешевле, конечно, на 3 кроны. Разные булочки, выпечка, фокаччо. Салт 5 килограмм 61, это чтобы не скользить. Ой, какой-то хлеб интересный нашла. Ригбрю Данск, это датский хлеб, ну вернее черный ржаной хлеб. Возьму. О, ничего себе цена. Да, цены на хлеб кусаются. Я тогда делала, брала вот этот упаковочку микса для хлеба. Ну, там получается 29, ну 30 крон, делим напополам, 15 крон. Ну, конечно, выпекание и так далее и тому подобное, это тоже денежка. Ну, возьмем. Взяла. Это только для меня, потому что муж как-то не запал на хлеб, на черный, но это больше мне подходит. Наверное, не хватает какого-нибудь витамина. Витамина. Почему у нас Блумкуль 34? Солями 49,60. Эти, конечно, очень вкусные, но воздержусь. Апельсины 14, но это, по-моему, самое дешевое. И паприка 14, ну, почти 15. Возьму. У нас тут ходят упорные слухи на то, что все подорожает на 10%, а мясо на 20%. Ну, посмотрим, это где-то, по-моему, то ли с 26 января, то ли уже с 1 февраля. Ну, в общем, готовимся. Готовимся, готовимся. Но мне кажется, что оно уже подорожало. Вот 150 вот такой рёкт лакс. 135 эрит. Вот эрит я возьму. Мне он больше нравится. Нравится. Вот это, кстати, очень хороший. Если будете в Реметюсен, обязательно берите. Он мягче, чем лакс. Нежнее на вкус. О, здесь тоже варм трёкт макрель 155 за килограмм. Возьму. Ту я уже съела. Если когда-нибудь будете покупать, допустим, бургеры рыбные, всегда обращайте внимание на количество, на процентный состав. В данном случае это 80% рыбы. Есть еще самое большое 86, по-моему. То есть вот это можно брать, прям отрывать, я бы даже сказала. Я их даже сырым ем. Но оно как бы полуготовое, уже 59,90 на этот фискебургер. Очень я люблю это дело. Берем. Фарш 78, 51 лам. Это овечки, которые 99 за. Это говядина. 69 тоже говядина. Филе. Вот это самый дешевый. Куриные, господи,
дайг. Фарш. 58,40. 97 за кило. Так, это я набрала последнее время, нагребла. И трюфеля, и свинина кусочками. Свиной фарш я надела не так давно, но 34,90. Это, считайте, ну, 3,5 евро. Так, спекишинки, ну, достаточно дешево, 69 крон. Такой норвежская специалитет, особенность. Бекон 79. Так, ну пока сосиски, все остальное я брать не буду. Вот такие типичные хетболер. Это шарики мясные. Можно взять, допустим, сделать суп с... как же их называют-то, господи, с фрикадельками. Фрикадельки такой. Можно в виде фрикаделек, можно сделать с картошечкой. Стоит относительно не дешево, недорого. 59. Вот здесь вот продается сёрландскумпель. Это наподобие прибалтийских цепелинов. Только они кругленькие, такие, в общем-то, в водичке разогреваются. Очень вкусно для некоторых. А для некоторых не очень вкусно. Так, сыр у нас 99, Норвегия за 2 куска. Неплохо. Кто любит, кто мышь сырная, можно закупить аж 2 кусища. Салт, свиная булка, 131. В общем, это запчасти к свинкам разные. Цены разные, свинок, ноки. Вот это у нас за 60 крон. Можно купить, но оно соленое. Оно соленое, очень соленое. Ну, кто любит, можно вымочить множество раз. Кстати, вот Dansk Leverpastej 21. Вот это я возьму. Он мне нравится. Хотя это 28 стоит. Ой, я нашла мою любимую колбасу. 58,90. Вот такой фюэт. Возьму две штучки. Редко я в последнее время заезжаю в магазины. Чурисо, пепперони. Вот здесь вот, если совсем безнадега, можно купить вот такие скалки. Это кусочки различной колбасы или сервелата. Как говорится, некондиционные, плохо порезанные или слипшиеся, или чего это самое. Вот есть такой сервелат, и есть вот спеки скалки. То есть стоит значительно дешевле, можно сэкономить. Вот тоже варианты экономии. Обычная шинка вареная 26,90. Есть подороже пеппер шинки 41. Есть сервелат, но это такое наподобие вареной колбасы за 21. За 21 крону. Ну, достаточно дешево, но как-то мне не очень. Но на вкус и цвет это, как говорится, это самое, когда есть нечего, то само то. Это у нас различные вкусняшки. Это креветочки панированные. Это лук в кольцах. Да, по-моему. А, нет, я извиняюсь, это этот самый... Каракатица, господи, кальмар, мать его, за ногу. Это крабы, клешни, это большие у нас креветки. Это уже очищенные креветки. Это прям готовые креветки. Это уже тоже креветки. И
цена 139 за килограмм. Если кому экзотики хочется, вот валбиф. Это кусочек кита. Вот он. Валбиф. Не очень, я ну, я как-то пробовала. Он такой, знаешь, как печенка. Да. С вкусом рыбы. Да. Или даже, может, с запахом рыбы, наверное, так лучше сказать. Так, а вот рыба. Ойред. Вот такая рыба стоит у нас 119 крон. И иногда, если ее разморозить, там может быть икра. 119 за целую. Ну, тут, конечно, голова, крылья, ноги, хвосты. Но вот мне кажется, что здесь должна быть икра. Здесь еще больше. Так, это у нас за килограмм. Да, это у нас за килограмм. Устыковки. Возьмем. Мнем. Ох, беги, Оксана, беги отсюда. Беги. Пицца мимо пиццы. Ну, пицца мне, как говорится, не вызывает никаких ощущений дополнительных. А вот котикам надо мне поискать еду. Я недавно покупала, но они что-то... Но они что-то, как бы это сказать, в очередной раз бастуют. В очередной раз это у нас собачки. Вот возьму я, наверное, такое, может, они это будут есть. Хотя они... Не знаю. То ли на них эта погода действует. Так, это у нас желе, желе. Здесь больше укса, хелень, лакс. Укса, хелень, сай, лакс, силь. Вот это возьму. Может быть, будут кушать. А может, не будут. Так, сегодня, как всегда... В общем, галопом. Все время галопом по Европам. Вкуснейший. Ух ты. Мороженое. Соус. За 15 крон. О, детское питание. По скидке. Сколько? 50%. Рояль в кустах. Вискас. Для котов. В общем, Рематюсон. Что купила? Что купила Рематюсон? Купила хлеб, но поделилась с подруженцей. Хлеб вкусный. Ну, такой. Эригбрё. Черный хлеб. Ржаной. С огромным количеством семечек. Не помню, сколько стоит, но очень вкусный. Даже сейчас не могу удержаться. Ладно. Сейчас проживу. Итак, продолжаем. Значит, ну, как всегда, конечно же, котики. А бармотики, как же без котиков? Никуда. Котики превыше всего. Так, датский грубого помола паштет. Мне очень нравится. Недорого. 12 киви. 12 штук. На рыбу меня тянет в последнее время. Вот такая макрель. По-моему, 54 или 55 крон. Бургер. Бургер. Вот надо будет закинуть в морозилочку. Это
очень-очень вкусные. Что, Тюфсик, ты хочешь помочь мне показывать, какую? Да, так, да, да, ага, так. Угу, так, что хотим датского? Ну ладно, сиди уж, так и быть. Сиди рядом с нами. Лицезрей, что я купила. Рыбный бургер. Как насчет рыбного бургера? Эксперт пришел. Он все нам расскажет. Рыбка, макрель, то бишь скумбрия горячего копчения. Была в магазине рыбы. Рыбном магазине в Крагера, но там оно было в два раза дороже, цена за килограмм. Как я уже говорила, 12 штук киви, витамин С, очень полезный, да, очень полезный витамин С, яйце, мясце и прочее. Прочий витамин С, это значит у нас по 15 крон были. Апельсинчики по 15 крон. Еще витамин С у нас в паприке. Красная. Тоже была по скидочке. Рыбка. Ну, это самое дешевое, что я нашла. На большой кусок 350 грамм. Рёкт Өрет. Это Өрет, это у нас форель. Рёкт. Короче, рёкт. Когда в дыму делают. Вот, купила две штучки такой колбаски Фет. Очень она больно. Больно она вкусная. И у нас тут в ближайшее время намечаются в феврале некоторые мероприятия. И купила тортик вот такой замороженный. Устыкакина юрбарь. То есть сырный тортик. Чизкейк, вот так как-то, наверное, более привычно для вас будет. Чизкейк с клубникой. Ну, сейчас пойду отнесу это дело в морозилочку. И сколько я за это дело отдала, надо искать. Нашла квитерень. Значит, за все я отдала 840 крон. Да, в общем, как говорится, витамины, немножко полига, рыба и котам пожрать. Что касается корма для котов, я всегда покупаю про запас и сухпай, и этот самый. Потому что, вот, к примеру, я сейчас буду работать 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, во вторую смену. Будет у меня возможность заехать до работы или и купить что-то котам, не знаю. Поэтому понедельник, вторник, возможно, во вторник у меня будет возможность зайти в магазин. Понедельник под вопросом. То бишь, вот считайте, 5 дней, у меня должна быть еда на 5 дней для котов. Конечно, я, может быть, чересчур их балую, как считает мой муж, но... Ну, в общем, что есть, то есть.